Всем привет, дорогие друзья! Я собираюсь ехать на рыбалку. Если вам интересно будет это видео, то поехали со мной. Мы меняем домашний быт на природу. Ну что, поехали? Так, я пока собираю все сумки, чтобы мне ничего не забыть. Сапоги с собой беру, покрывало возьмем с собой. Мы едем на машине, еду с подругой. Муж остается дома с детьми, а я немножко развеюсь. Ну и вам немножко другое покажу. Беру покрывало, сейчас покажу, что. Так, мои котомки. Ну, это котомки. Это покрывало я с собой беру. Тут у меня одежда, продукты. То есть, тут одежда сменная, сапоги обязательно. Я поеду, конечно же, в кроссовках. Ребят, посадила бархатцы на рассаду. Смотрите, вообще нифига не растут. И да, у меня проклевывается морковка. Ура, ура! Скоро будем с вами ее полоть. Света уже приехала с площадки. Так, показываем. Картошку досадили. Даже еще немножко осталось. Ну вот я еще жду. И вот здесь вот у меня кабачки не всходили. Меня женщина, которую рассаду отдавали, я, видите, сегодня посадила сразу ее. Где что не взошло. Еще вот жду. Если вот здесь вот... Вот и это не взойдет, вот и это не взойдет. То я сюда посажу, наверное, картошку тоже тогда. Или горох еще посажу. Ну вот жду пока еще. Немножко посажу, потому что эти две грядки у меня семенами идут. Парники все открыла, сыну сказала, чтобы мне вечером полил грядки. Ой, грядки, парники, чтобы вечером полил. Сейчас поливать, потому что жарко, боюсь, сожгем. А так все нормально, все хорошо. Курочки наши. Да, вы мне говорили, Настя, ну покажи, давно не показывала их. Да я вроде каждое видео, ребят, показываю. Я не знаю, но вот женщине одной нравятся наши курочки. Вот наши курьи. Все тут и сидят. Мне вот та вот пестренькая, вот эта вот нравится пестренькая. Ну, очень она у меня классная. Тут вообще вон закопались, смотрите. Вот та вот дура белая садится на гнездо. И потом яйца не отдает, орет. Вот эта вот черная тоже на гнездо садится. И вот эта вот курица, вот троица ихняя. Они вот орут, не подпускают к яйцам. Но мы все равно убираем яйца, потому что цыплят я не хочу. Потом не факт, что осенью кто-то у меня их купит. Поэтому мы яйца все забираем. Ну и вот так вот. Да? Кури. Вот это вот петухи. Ребят, вот петух, вот петух, вон петух и вон петух. Если кому-то надо петухи, приходите. 400 рублей отдам. На рынке нынче знакомая ходила, покупала за 600 рублей. Говорит, облезлые, как не знаю что. Страшные облезлые. Ну вот у меня красивые. Да? Петручки. У этого, смотрите, бакенбарда на лице. Видите? Бакенбарды у него на лице такие в разные стороны возле глаз. Вот у него у одного такие. Он у нас такой походит на старого нашего петуха, у которого тоже были бакенбарды и борода. И вот у него тоже есть и бородка, и бакенбарды возле лица. И у курочек у меня у некоторых такие же. Это от нашего старого еще петуха. Вот и у этой курочки тоже бакенбарды на лице. Ну, интересные, мне нравятся. Красивые они у меня. Ну, в целом, вот так вот. Дальше что еще тут заметила? Света натянула мое платье из василька. Света, покажись. Нет? Ну, вот, которая с ананасиками. Ей очень понравилось. Она его на себя натянула. И что-то я еще тут замечала. В некоторых местах... А, ну, топинамбур у меня вылазит везде. Он у меня рассаженный. И где-то я вроде видела у меня... Да, вон там он начинает картошка проклевываться. То, что там первую садили мы. Местами иногда видно, что... И чей ты такой жирный кот? Скажи, пожалуйста. Вот смотрите, сидит, даже не боится. Мне что, тебе треснуть? Ух ты какой! Пшел вон отсюда. Черемуха ягодки. Дай бог, чтобы нынче черемухи много было. Тогда компоты будем варить. Иди отсюда, замяркал тут. Блин, как мне эти коты замучили. Так что жду подругу и поедем на рыбалку. Там покажу вам природу, красоту. Вы хотели куда-нибудь съездить? Так что поехали. О, Света, а ты что, его подвязала поясочком? Да, ну вот, красиво, видите? Мама себе заказала, у меня уже отобрали. Ладно, ждем подругу и поедем. А, ребят, смотрите, как тополь сильно.
налетел. Тополь сейчас вообще ужасно сильно летит. Смотрите, что. Прям все в тополе. Сейчас вот это время, мы всегда, когда баню или летнюю кухню топим, крышу поливаем. Чтоб, не дай бог, не загорелось. Потому что один раз мы так затопили. И вот этот вот тополь, он же быстро раз и гореть начинает. И потом, когда пришли, увидели, крыша горит, начали ведрами до чего тушить. Но мы тогда ее быстро потушили. Да и святая, сяду. Ой. Быстро тогда потушили, хорошо. Ведрами муж на крышу залазил, я ему подавала ведрами с бани прямо. Эту воду выливали на крышу. Ну, потом пришлось, конечно, крышу в бане менять. А так в целом нормально. Где кошка? А, этот, да он оборзел, я его сегодня уже сколько раз гоняю, он все равно прется. Я не знаю, чей это кот. Это не Тютьяна, у Тютьяны все худые, а этот толстый. У Тютьяны 6 кошек, и все худые, а этот толстый. У тебя комар на ноге такой кровяной сидит, сбоку, 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 с другой, вон. Так что вот так. Ну что, дорогие друзья, отправляемся в путь, едем на рыбалку, выезжаем из нашего города, проезжаем как раз вот сейчас лагерь тут, дома такие старенькие, а нет, тут новые все дома как раз построены, и вот поехали мы на рыбалку, пожелайте нам хорошего улова, но если вам интересно, то поехали с нами, по дороге буду снимать чисто природу, поэтому все под музыку пущу, всем хорошего настроения. Сейчас мы будем проезжать мост на Нижней Язве. И вот решила вам заснять. Там речка красивая. Мост небольшой, но в целом очень даже хороший. Вот как раз это мост. И вот речка Вишера. Классно. Красивая природа. Скажите, ведь правда?